Сегодня Марина Африкантова уже с утра готовит романтическое свидание Богдану, который пока не вернулся в периметр после ночного кастинга, где Богдан встретил свою знакомую Катю, с которой парень давно переписывается и флиртует. Богдан, ты что-нибудь хочешь мне сказать? Я? Да. А что именно? Где ты ночью шлялся? Дома. Богдан! Что? Я тебе романтик готовлю. Что? Я дома был. Где ты был? Дома. А переписка, то, что говорили? Ну, скрылась, да, переписка. Я девочка начала переписываться месяц назад, наверное. Переписывался. Что? Вчера ты с ней в квартире был. Каких? Мне сказали, поехали вы в квартире. Это причем реальная информация. В какой квартире я был? В какой? В какой? В какой? Неинтересно, в какой? Что, у меня дома камеры стоят, не понимаю. Я нормально домой поехал спать. Ничего у меня не было. Ну, доставай свой телефон. Доставай, покажи. Я уже удалил переписку. Ну, покажи. Я уже удалил переписку. Да ничего не было. Я говорю, ну да, я переписывался с девочкой. Был давно. Еще до тебя. И переписку удалил. Как это было еще до тебя, как бы, да? Там, не, да, мне кажется, вот на самом деле Богдан специально не хотел тебя брать, чтобы ее, ну, отшить и сказать, что я в Марине, просто, с Мариной, да, в паре. Просто, знаешь, ради тебя все это было. Не, а я даже когда пришел, я удивился, как бы, потом я говорю, а зачем ты, типа, вообще говоришь, что я тебя пригласил? Он такая, ну, не знаю, говорит, типа, я говорю. А смысл? Просто я не понимаю. Не, ну, посмотри, ты бы приехал бы, он бы не смог бы, как бы. Смысл? Получается, давай ты, тогда и она приехала, вот он знает, что она приедет, и ты бы приехал. У вас получилось бы ссора. Ты можешь сесть? Или тебе нужно сразу лечь? Не, ну, просто это удобно так. Да, Кутя. А может, нас оставишь что? А, у вас свидание? Да. Ну, спускайтесь сразу же. У меня для тебя кое-что есть. Что? Интересно. Вот, спускайтесь вниз, я с вами поболтаю. Можно я возьму вас? Потом как-нибудь спустимся. У тебя есть? Спуститесь, да. Я... А что? Кое-что тебе расскажу. Ну, расскажи сейчас. Ты уверена, что сейчас? Нет, посидите, поболтайте пока, а потом... А потом расскажу вам интересные подробности. Вчерашней ночи? Не только вчерашней ночи, а вообще интересные подробности. Ну, в общем, не затягивайте, я вас жду внизу. Приятно посидеть. Спасибо. Может, она расскажет то, что ты скрываешь? Я не знаю, просто хочу сказать. То ничего не было, а тут вдруг появилось. Я же хотел, рассказал бы тебе давно уже. Какая-то странная ситуация. Ситуация. А что вообще ты думаешь? Да ничего, нет, то, что я переписывался, да, там это мой косяк. Да, виноват. Каюсь. Мне просто, знаешь, что меня беспокоит? Что реально тебе без разницы, будем мы вместе или нет? Ну, потому что я не знаю, что дальше делать. Я не понимаю тебя. Ты говоришь, что хочешь, что рано, то не хочешь, что не знаешь сама, что делать. Я задаю банальный вопрос, что дальше? Ты не знаю. Знаю, не знаю. У тебя 7-5 на неделю. То ты съезжаешь меня, то ты будешь со мной, то ты еще что-нибудь. У тебя постоянно меняются какие-то приоритеты. Ты не можешь как четко тоже сказать, хочу вот так вот. Что думаю. Не знаю, что. Сама не знаешь, да? Что я думаю? Давай. Да? Уверен? Давай, потом разберемся. Я тебе буду рассказывать свою презентацию. Че говоришь? Я тебе буду рассказывать свою презентацию. Давай. Я серьезно. Я только за. Рассказывай. Ой, я, кажется, дверью ошиблась.
Так вот, да? Ну ладно, ну все, хорош. Ну что, ну сейчас уже не надо. Марина, что ты звуков никаких не издаешь? Вот так вот. Все, мне кажется, у него сейчас там упал. Испортила за вас судьбу. А когда парочка удалилась за балдахин, Аня несколько раз мешала им, что привело к потасовке с Богданом. Я сейчас папе просто позвоню, ты идиот! Еще делиться, мне это сказал. Какого ты хрена поднималась ты два придурок! Раза? Ты придурок! Ты идиот, что ли? Ни хрена ты поднималась. Слышь, ты тебе сейчас так просто... Пойдем! Пойдем! Пипец. Ты видела это? Ты видела? Она поднялась, и он ее... Он меня тушил, он меня за волосы. Стакан воды налейте, да, кто-нибудь? Успокойся. Вот я так и думала, что этим все закончится. Вот если бы ты с кем-то занималась сексом, и к тебе зашли. Андрей, нам зашли, мы же ничего не сделали. Ну, они занимались сексом с Мариной, она раза бежала, потом ее, ну, типа, куда-то лезет, типа, выйдет, она вышла. Потом через пару минут опять забегает. Хи-хи-ха-ха, мне, я говорю, я вот ее... Да так, а что она лезет? Уже не первый раз. Ну, понимаешь, она не понимает лезет. Некоторые вещи. Я не могу, ну, да не, все, Юля, я тебе говорю, я вот еще раз залезу, я реально ей в рожу дам. Уже бесит реально, не могу, уже не могу, все. Но если человек не понимает, ну, зачем, ты понимаешь, я сел с девочкой на свидание. Она зашла один раз, а вы что, пирожные едите? Я говорю, да, можешь выйти. Ну а что вы не закрылись? Не закрывается, понимаешь? А я потом, мы пошли за балдахином уже, процесс понеслась, она зашла раз. Девочка, Марина должна была сказать, девочка, что ты, мужик? Зачем? Что за понятие? Зачем вот это, зачем заходить три раза? Она не права, ну... Три раза, Юль, один раз это дебилист, два раза это тенденция, третий раз это клиника уже, понимаешь? Три раза заходить, если ты знаешь, что люди сидят вдвоем. Зачем? Ну а зачем бить? Я не бил, я за шкирбан просто взял и выкинул. Блин, я реально не знаю, что делать, я не могу. Его убью просто, реально, я его просто прикончу за это. Боже мой, как я хочу, чтобы он сдох просто. Я хочу, чтобы он сдох, эта тварь вонючая. Его ненавижу. Сука, меня никто никогда не трогал пальцем. Я ему это никогда в жизни не прощу. Господи, боже мой, я сейчас ему такого сделаю. Он меня просто не очухается. Как жаль реально, что мне некому просто даже защитить. Они, я знаю. Ну, три раза забегают. Два, да, да, я говорю, я захожу с ней кофеек попить. Она заходит, а вы что, пьете? Я говорю, да. Я говорю, выйди, пожалуйста. Я уже раз, она заходит, о, вы здесь? Да. Через 5 минут заходит, а вы что, не орете? Знаешь, ну что это такое? Ну, реально, я уже думаю, я сейчас закончу, думаю, я хорошо там остался. У меня уже просто сил не с ней разговаривать. Не, я не видел, конечно. Не, ну физухой тоже не порешаешь. Такие я вопросы. Ничего же не сделал ей. Тебе, знаешь, как тебе просто не бить, а как-то надо как-то по-другому. Я просто не видел, как ты тут колошматил. Да, просто Куди, конечно, она такая, с ней как бы фиг его знает, как с ней обращаться. Здесь, была бы другая, я бы сказал, что ты жестко не прав, но тут я... Так я говорю, здесь тоже стоишь как-то, вроде понимаешь, что девчонку и бить не стоит, а в то же время понимаешь, а как поступать, если, ну, реально человек уже грани переходит. Причем я не тягал особо, за шкирбан такой взял, хотел бассейн кинуть. Тебе, знаешь, тебе надо что-нибудь другое такое, чтобы не было физического вреда и... А как? Она разговора не понимает. Так, они... Взял, связал, там, привязал куда-то, там, что-нибудь.